И снова всем здрасте. Я снова на охоту вышел. Не было меня 9 дней. Мне сделали операцию небольшую. Ну, диагностика такая. Теперь у меня будет операция в июне месяце. Ну а пока я вот вышел покопать, не знаю, что из этого получится. Вернее, я знаю, у меня еще здоровье плоховастенько немножко, но я попробую докопать то, что оставил здесь. С прошлого раза оставил я также металлолом здесь весь, он лежит на месте все, инструмент лежит на месте все. Все по-старому, все хорошо. Так, что у нас там? Гнездо сорочье. Подойдем, посмотрим. Она, наверное, уже вылетела. И где-то носится эта сорочина. Сорока. Сорока белобока. Ты на месте? Кар-кар. Да не, навряд ли. А черт ее знает вообще. Пусть сидят. Ну а я потихонечку займусь сейчас своими непосредственными делами. Покопаю. Кабель там же лежит у меня. Вот надо его добыть. Ну как-то так. Черемахи отцвели уже. Все, я попер. Мой инструмент весь внутри. Ну и так вам кабелина. Вот такую я вытащил. Больше промудохался. Подкрадывался, копал с двух сторон. Я их связал, потому что вот лотнул рычаг, дернул, и она вылезла все. Вот и все. Вот сколько раз бабахал. С двух сторон. Вот такая фигня. Там железо еще есть внизу. С двух сторон. Что-то пробивается, железяки какие-то. Но я их, наверное, не буду копать. Ну, видно будет. Ребята, сигнал поймал. Где-то здесь. О, какой. Сейчас будем доставать, что там смотреть. Вон такие железяки у нас. Откапываются костыли. Вот такая вот бяка. А там еще вон кусочек у меня валяется. Ну все. Ну вот, ребят, что я выдернул оттуда. Полоса и клямора. Нет, клямора вроде была. Вот эта вот бякушка. Сейчас проверим, что там. Может, еще что-нибудь. Не, все. Ишь ты. Понял. Не дурак. Сейчас. Секундочку. Ну вот, ребята, результат мой. За 2 часа. Потрудился на славу. Накопал здесь, как крот. Опять под этим же бревном. Затолкал туда. Именно искатель. А он визжит. И вот с этой лунки еще есть. Буду копать завтра. На сегодня уже хватит. Пойду домой. Мыться и баньки. А может, и не баньки. Ну, как-то так. И снова всем здравствуйте.
Второй день у меня пошел. Я вот тут надыбал какую-то канитель, какая-то платформа. Не знаю, короче. Шевелится. Я ее копаю. И опять около этого бревнышка. Она ростом около метра. Ну, как-то так. Будем делать, посмотреть. Что это такое? Она жесть. Она не такая уж. Она, вернее, массивная, но от нее толку. Тут как швеллер идет или квадрат какой-то пустотелый. Кузов поди автомобиля похож. Ну не знаю, будем рыть. Итак, ребята, демократы, на сегодняшнюю минуту у меня вот такая вот канитель. Две половинки. Они легкие. Ну, килограмм по 5 каждая, короче, не больше. Тут вот мелочевка. И вот что я тут натворил. Вот так квадрат возьму еще. Все, перекидаю вот в эту яму. Там еще должны быть железячки. Ну а это вот она шевелится, но не отрывается. Надо вот здесь разрезать ее. Она качается вся. Ладно, потом. Ну вот что у меня получилось. Убрал лишнее. Тут корешки. И она шевелится помаленьку. А если фона шевелится, значит, ой, блядь, я ее вытащу. Все мозги сбил вот об эту. Вот об эту вот. Фух. Убрать все. Ну, сейчас уберу, сейчас уберу. Ладно. Буду дальше что-нибудь придумывать. А что тут думать? Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай. Ну вот, ребята, управился я. Вот такая красота. Навел порядок. Тут, походу, я еще рельсу выкопал. Вот такую. 1,2 метра. Небольшая, 25-я, наверное. И здесь вот такую красоту навел. Все почистил. Красиво здесь. Сейчас еще пробегусь аппаратом. Вон сколько здесь я вычистил. Да. Фух. Сорока прилетела. Залезла в гнездо. Увидел я маленько. Ладно. Сейчас аппарат включу. Где он у меня? Посмотрим, что тут еще есть. Ну, понеслась. Мелочевка. Короче, надо копать. В общем, надо тут методом тыка. Иначе нам удачи не видать. Будем рыть. Вот такая гора здесь у меня. Железо. Там еще утащил. Вон они там, еще два куска лежат. Фух. Ну а я приступаю дальше. О, находочка у меня какая получилась. Топор. Топорик. С язычком. Вот только маркировочку не видно. Посмотреть, какого он года. Ну, этот в металлолом точно не пойдет. Вроде целый. Трещин я не вижу. Короче, я в этих очках не вижу. Они у меня на даль.
дома разберусь.